Котлетки получаются картофельные. Котлетки картофельные. Берем, делаем, варим картошку, делаем пюре. Кто хочет с водой, кто хочет с молоком. Пожирнее, попаснее. Потом это все катаем комочками, обваливаем в нерочных сухарях и на раскаленную сковороду. Политую подсолнечным маслом. И обжариваем с двух сторон. Котлетки картофельные. Берем обычное пюре. Готовим, обваливаем в нерочных сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Не обжариваем на сильном огне.